Так, время 9:30. Мы едем из Москвы в Брест. Вечером у нас поезд в Варшаву. Надо как-то обойти Брест, успеть в Варшаву, и, надеюсь, нас пустят в отель. А это Настя. Скажи привет, Настя. Привет. Последний вагон, это хорошо. Я думаю, тут проще. Настин рюкзак приспособили на багажник. Поехали. Настя сама догадалась. Тут переходов даже нету. Но нам надо, туда. Я как-нибудь аккуратно. Похоже на издевку. Да, мы не можем тут ехать, мы должны ехать по вот этому. Стоп, а как дальше? Прыгать. Прыгать. То есть они прям действуют? В общем, в Бресте все очень сложно. Мы приехали, тут везде можно только по тротуарам, при этом пандусов практически нет никаких. Бордюрный камень адовый, плитка везде вот такого плана. Вот, дошли до Брестской крепости, тут дальше пешком. Плюс везде вообще лестницы на всяких мостах, там заездов нормальных нет, пешеходных переходов нету. Приходится дорогу местами просто перебегать, причем ехать по ней нельзя. Местами дорога просто разбита или ее нету, но тротуары разбитые, а асфальт, где машины едут, он более-менее нормальный, но ехать там нельзя. Улыбнись. Как тебе погода в Бресте? Жарко. Я не рассчитала одежду. Ясно. Давай. Можно мне? Офигеть. Как ты это сделал? Просто навел на себя и подержал. А, сделай мне, пожалуйста. Не, прикольно выглядит, смотри. Конечно, дорожку надо поменять. Обязательно вверх скажи. Ступенечки. Вот это я. А. Что? Скажут, ошибаются. Странные люди с камерами. Разве надо быть, что-то растет? Ты же вырезали. Да, что-то... Вообще, да. У него красный. Он на красный проехал? Подожди, она по встречке поехала. Едем сейчас в Бресте по мосту. Объезжаем вокзал с обратной стороны.
посетили, в общем-то, все, что можно было посетить. Брестскую крепость, всякие разнообразные центральные улицы. А, Тася снимает какие-то виды. В общем, все посетили. И даже не знаем, чем заняться теперь. Едем по мосту, тут ужасный асфальт вот такой вот. Да, вообще, в Бресте достаточно плохие тротуары, они из плитки. Но зато вот можно проехать по мосту, видеть вот такие вот забавные виды. Интересные. Вот что-то везут в Польшу, там пограничный контроль дальше. Вообще, Брест, так как он пограничный город, тут вообще дрон не позапускаешь. Потому что в пограничных зонах нельзя запускать дрон, ты можешь там вылететь куда-то. Вот. И, в общем, за все время мы увидели только две, наверное, велодорожки. Одна была у Брестской крепости, а другая велодорожка, когда вот к этому мосту ехали, там велополоса была на проезжей части. Это вот самое лучшее, что мы видели тут. Все остальное была реально плитка, и велодорожка везде есть плитки. Это, в общем, очень сложно. Я не знаю, как тут велосипедисты выживают, при этом их тут реально много. Они тут и с детьми ездят, и грузы какие-то возят на велосипедах. Реально просто по улицам, оп, тротуары забиты велосипедистами. А машинки вот так вот разъезжают на широких шоссе. На широких пустых шоссе. Вот велосипедист едет по тротуару. Все, в общем-то, так вот. Привет. Привет, Настя. Короче, мы долго не могли понять, куда нам вообще идти, потому что тут есть как бы пограничный контроль вот такой вот странный, который, наверное, не желательно снимать. Вот. Мы спрашивали у нескольких людей, кто-то говорил нам, что надо идти на пограничный контроль, кто-то говорил, что просто тут вот третий путь есть, вот, и оказалось, что все-таки нам надо на этот третий путь. И тут, в общем, наконец-то появилась эта надпись, что вот Москва-Берлин. Это тот самый поезд, на котором мы ездили в Берлин. Мы теперь на нем, собственно, из Бреста доедем до Варшавы. Он где-то в 22:33 прибывает, потом 10 минут стоит, потом мы в него садимся, ну и потом проходим там границу, все в этом роде. Это еще где-то, наверное, полчаса, может быть, час. И где-то в 23:30, 23:45 мы будем в Варшаве. Нам отель уже прислал инструкцию, как заходить в номер. Вот Настя уже даже упаковалась тут. Я еще пока не упаковывался, но скоро буду упаковываться. Тут еще, тут дико воняет, короче, дизельными поездами. Не знаю, зачем они в таком количестве. Они просто ездят и, в общем, стоят тут по 10-15 минут. И пока они стоят, у них заведен двигатель, и от них просто воняет выхлопом очень сильно. Самые удобные места. Да, тут страшно.